Старый добрый. Очень добрый. Я очень доволен, я очень даже счастлив, потому что в этом конверте я держу в руках настоящее правосудие. И мы очень удовлетворены тем, что, ну, простите меня за этот высокопарный срок, мы имеем возможность здесь, в Европейском суде, прикоснуться к правосудию. Сегодня мы выиграли по всем делам, и что самое важное, впервые за долгую историю Европейского суда мы добились того, что эти аресты призваны политически мотивированы. Наконец-то признана 18-я статья. По моим делам этого не было уже с лет 15 для российских дел. Я очень рад, я очень удовлетворен. И это решение имеет огромное значение не только для меня, но и для огромного количества других людей в России, которым таким арестом подвергаются ежедневно. Сейчас совершенно стало понятно, что несмотря на давление России, несмотря на манипуляции российских властей, европейское правосудие, ну, не намерено игнорировать очевидные вещи.